Вот, у нас все еще продолжается праздничное объедалово. Забыла, как называется это блюдо. Сейчас девчонки скажут. Так, вот это вот блюдо называется гротен. Что туда входит? Так, туда входит у нас картофель. Картошка, курочка и сырный, сливочно-сырный соус. Вот так вот. Время 10:30 вечера. А мы тут гротен. Она мне успокоится. Доброе утро, мои дорогие. Правда, сегодня утро что-то не очень доброе. Но это потому, что с завтрашнего дня дожди обещают. Без дождей-то тоже нельзя. Потом летом дождей-то не будет практически, поэтому... Вон тут он ремонтирует. Закончились праздники. Начинают все снимать. А что снимают? 16 марта торжественный концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией. Крымская весна, 5 лет в родной гавани. Да, сейчас 5-летие, наверное. Вот видите, но выставляли, что с сельским хозяйством стало за 5 лет. Энергетическая стабильность, да, только свет выключают. Угу. Трасса Таврида. Международный аэропорт. Кому нужен международный аэропорт в Крыму с санкциями? Крымский мост самый длинный в России. Как это было? Как это было в 2014 году? Ну да, забрали без крови практически. Могло быть непонятно что. В общем, вот так. Екатерина, прям такой памятник большой. На самом деле совсем и небольшой. Иду на почту. Надо оформить. Не оформляла в этом году абонентский ящик. К нам на волну не носят почту. Так бывает в Крыму. Приходишь на почту, а Русланочка говорит, а у нас компьютеры не работают. Так. Ну ладно, мои любимые прилетели. Уху-уху, как сова. Ой. Вот сегодня не мой день. Я сегодня с утра вдруг поняла, что, ну, жду, когда мне пенсии там переведут. И я вдруг понимаю, увидела свой написанный номер телефона, я понимаю, что я цифру одну неправильно назвала. И в пенсионном, и в Сбербанке, когда камеру, карточку открывала. Что значит у меня, ну прям правда, с головой не в порядке временами.
началось. Занервничала. Забыла дома кошелек. Ушел автобус. Пришлось на такси ехать. В результате и на почте не работают компьютеры. Ну, кошмар. Так, главное, сейчас в аптеку зайду. Таблетки куплю. Тут уже цветочки цветут. Сейчас дожди пройдут. Будет тепло. И все попрет. Потому что уже и почки на деревьях. Пока еще не очень. Ну, какой серьезный сидит. Ну, уже что-то цветет. Вот. Шла же тут 2 дня назад. Не было листочков. Уже листочки пошли. Ха-ха. Ну иди ко мне, чего ты? Чудушка ты моя. Ты мой хороший. Ой, сегодня тихо, ветра нет. Правда, и солнышка особенно нет. Хороший мой мальчик. Так, сегодня у нас предстоит дело, надо сделать великое. Вот, чтобы было понятно, вот здесь у нас яма выгребная, вот тут, где это стекло лежит. Ни разу за 3 года мы не выкачивали эту яму, не было такой надобности. А тут стало надо, и до ворот, короче, не могут они дотянуться. Сказали, нужно дырку продолбить. Ну, сейчас попробуем. Опа, да. Вот это вот потос. Есть женщины в русских селениях. Завтра выкачивать можно. Ну вот, посадила в рыбину цветочки. Такие вот. Пускай растут. Смешная рыба, конечно, получилась. Ну ладно, уже какая есть.